Приветствую вас, как ни парадоксально это звучит, но то, что вы описываете, а точнее ответ на ваш вопрос, который вы задаете, лежит в области вашего, значит, позиционирования того, что с вами на данный момент происходит. Я поясню. Дело в том, что вы говорите о таких вещах, как, например, избавиться. То есть вы просите нас избавить вас от тех процессов, которые на данный момент с вами происходят. Но вы не думаете о том, что данные процессы, которые происходят в вашем сознании и не только, имеют под собой реальную основу. То есть основа этих процессов, ваши реальные желания, которые вы просто-напросто, ну, не привыкли, не умеете, запрещаете в себе адекватно реализовывать. В частности, вы не чувствуете обратной связи от людей вообще. То есть, как бы, вы не чувствуете себя, если можно так выразиться, живым. Вот. Не чувствуете, что вы живой. Возможно, но не точно, конечно же. Вам не хватает внимание к себе со стороны, ну, других людей, с которыми вы хотели бы быть в отношениях. То есть речь идет о так называемой сенсорной депривации, то есть о таком неком состоянии, когда человек испытывает голод взаимодействие и не знает, как его удовлетворить. Этот самый голод взаимодействия. Вот. И отсюда все ваши такие вот странные, может быть,
кавычках мыслям. То есть, почему мысли-то странные? Да? Вот. Потому что желание вы свои не реализуете. Вы сами говорите, что живете на неких автоматизмах, то есть все больше по привычке, все больше по каким-то наработкам, да, действуете. Вот. И это происходит не первый год, знаете, какая история. То есть за всем этим стоит просто желание почувствовать эмоции как по отношению к себе, так и по отношению к другим. Вот. Значит. То, что вы описываете, есть кризис. То есть, ну, то, что вы описываете, это кризис, кризисная ситуация, это определенный переломный момент, вот, когда ваши подсознательные способы достижения своих целей, да, вот, они у вас, ну, понятно, какие, да, то есть, вы, наверное, часто подвергались и подвергаете унижение, вот. И для вас это чуть ли не единственный способ, да? Чуть ли не единственный способ получить для себя то, что, ну, вот, вы хотели бы. То есть вот вам что-то нужно, да, и вы, соответственно, хотите это получить. Вот. Только таким способом вы можете это получить. То есть другого способа-то нет для вас. Получается. Вот. Соответственно, в семье вас кто-то ругал. В семье вас, скорее всего, обесценивали. Вот, обращали внимание на вас только тогда, когда нужно сказать что-то, ну, что-то негативное, да, там, вот, и так далее. И поэтому вы привыкли увязывать, вы привыкли увязывать, значит, подобное отношение к себе с чем-то позитивным для вас. То есть вот, например, да, например, такая история. Меня ругают, да,
меня там, например, принижают, и, соответственно, это значит, что мне хорошо. То есть рефлекс. Рефлекс возникает у вас. Вот. И, соответственно, так и появляется форма запрос. То есть, так вы, ну, чувствуете, так вы просите то, что вам, ну, нужно, то, что вам хочется, собственно говоря. Вот. Понятно, я надеюсь, о чем идет речь. Вот. Избавиться от того, что вас вот беспокоит, значит, подавить, понимаете, какая история, а подавить, это не значит удовлетворить. Ну, просто, чтобы вы понимали, как обстоят дела, да? Чтобы вы отдавали себе отчет в этом. Нужно не подавлять, а принимать. Раскрывать, пропускать, понимаете? Вот это и есть ваш путь. Чего я хочу? Как я себя чувствую? Что происходило со мной? Ну вот, в это время, когда вы говорите, вот, последнее время с вами происходит это, вот, то есть, что было-то с вами? Вы же не раскрываете? Не говорите, что конкретно было. Это важно. Потому что от этого напрямую зависит работа с вами в дальнейшем. Вот. Как правило, это собственная значимость, любовь, то есть базовые такие потребности по Маслоу. На самом деле. Вот. То есть просто базовые потребности по маслу. То есть все как бы так, да? Ну, может быть, не банально, да, банально, не банально, но все вполне разумно, все вполне, значит, необходимо, все вполне важно и ни в коем случае, значит, ни в коем случае нельзя говорить, что этого быть не должно, например. Также отдельно, отдельно. Обратите внимание на то, что вы думаете о себе, да? Что я плохой, что люди, значит, возможно, имеют угрозу в моем лице. Это
деструктивная позиция по отношению к себе. Опять же, завязано на том, что вы подавляете. Подавляете свои чувства. Подавляете свои желания. Вот. Понимаете? Я могу предположить, почему вы так делаете, но мои предположения в данном случае вам не помогут. Здесь нужна индивидуальная работа. В первую очередь, по принятию себя, своих желаний, которые у вас есть. Понимаете? Какими бы они ни были, да? Вот. Что у вас там? Какой клубок переживаний? Это нужно, конечно, смотреть. Тут я думаю, и желание оставаться ребенком, тут, я думаю, и есть некая потребность в том, чтобы, значит, быть ближе к, значит, ну, к своим родителям. Тут много, на самом деле, чего может быть. Вот. Но факт остается фактом. Со всеми этими вещами нужно работать. Вот. По-другому, ну, к сожалению, никак. Надеюсь, что вы меня поняли, надеюсь, что вы меня услышали, надеюсь, что мой ответ пролил немножечко свет на то, что с вами происходит. Вот, конечно, я понимаю, что этого мало, конечно, я понимаю, что нужно больше, но то, что вы описывали в основном, то, что вы описывали, это по факту были и есть только следствие, и это ни в коем случае не причина. Вот. Психологи работают именно с причинами, а не со следствиями. Понимаете, да, о чем идет речь, надеюсь? Поэтому постарайтесь концентрироваться сейчас именно на этом, на том, что я сказал. Вот. И выберите себе психолога на нашем ресурсе хотя бы. И начинайте с ним работать по данным вопросам своим, потому что раскрыть ваши потребности вам мы можем только если будем работать с вами в тандеме. Вот. То есть, ну, понятно, что такое тандем, а не так вот вслепую, да, то есть, ну, не так, как сейчас, короче говоря, что вы задаете вопрос, значит, мы пытаемся предполагать, но в действительности, вот серьезно, да, вот что мы предполагаем, что мы можем предположить. Что у вас травма психологическая есть? Да. Что у вас желания подавлены? Да. Что у вас в семье проблемы? Да. Что у вас трудности есть в построении отношений с людьми? Да. Все да. Все так. А дальше? Вот, ну, что дальше? Да? Что с этим делать? Ну, вопрос.
понимаете? А дальше нужна ваша обратная связь и работать. Работать, работать и работать. Над этими всеми моментами. Вот. Если, конечно, вы серьезно настроены на то, чтобы корректировать свою жизнь. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. А я желаю вам всего самого доброго и удачи!